Рязанской епархиальной библиотеке открылась филателистическая выставка «Пасхальный калейдоскоп». Владельцы коллекции марок – Владимир и Алексей Туарменские. Подобная выставка уже дважды экспонировалась в стенах библиотеки и вызвала большой интерес и множество позитивных откликов. В этом году она пополнилась новыми интересными экземплярами. В общей сложности, вниманию посетителей, представлено более 300 различных бумажных знаков из 45 стран мира. Восточной Европы, Африки, Америки. Марки представляют собой репродукции картин известных зарубежных и отечественных художников. В советский период и за последние 30 лет в России не напечатано ни одной марки пасхальной тематики. Зато в других христианских странах такие марки выпускаются, и на выставке можно увидеть многие из них. Адрес: Рязань, улица Циолковского, дом 8.